То, что Олимпийский Рио небезопасен, говорили уже не раз. Воровство и нападение буквально на каждом шагу. В интернете уже подобных историй не счесть. Но вот тут ситуация просто из ряда вон. Олимпийский автобус, который перевозил волонтеров и журналистов, обстреляли. Репортеры из Беларуси и представитель Турции получили порезы от разбитых стекол. Произошло это на одной из олимпийских трасс. Она ведет из баскет-холла в Олимпийский парк. Свидетели уверены, что по машине были сделаны по меньшей мере два выстрела. А вот полиция Бразилии уверяет, что автобус лишь закидали камнями, и никто не стрелял. Но у экспертов в сфере безопасности своя версия. Бандиты целились по полицейским дронам, которые патрулируют улицы, и промазали. Ну и вот попали по автобусу с пассажирами. К счастью, никто не пострадал. Два хлопка тихих, небольших. И увидел, что стекло покрыто все в трещинах. Я сразу же лег на пол. Вместе со мной все остальные журналисты. И мы не поняли вообще, что произошло, но обычные меры безопасности в такой ситуации. Мы доехали до ближайшего поста полиции, военных. Они остановили, взяли нас под контроль. Я разглядел, что, в общем-то, в стекле есть маленькая-маленькая трещинка. Вот она. Я не знаю, либо это какая-то пневматическая пуля небольшая, либо это камень, который отлетел со скалы.